Всем привет! Записываю третью часть видео с шестидырочной Сикухати. В первой я о ней рассказывал, во второй я на ней играл и получалось все равно что-то японское. Но суть запроса, тем не менее, была в том, чтобы при тембре Сикухати можно было играть какие-то, скажем так, мелодические штуки, то есть как на бансуре, как на других видах флейт, чтобы можно было нечто музыкальное сыграть, что-то, какую-то мелодию снять там на слух, например, да. Поэтому я попробую что-нибудь сыграть вот с учетом этого диатонического звукоряда. На этом спасибо. До новых встреч. Увидимся.